пришла весна, время пения настало. Вот, и молодые люди, Господь благословляет их спутниками жизни будущими. Мы, нам радостно видеть молодых людей, как написано в Святом Писании, будет слышен голос жениха и голос невесты, голос поющих и голос играющих, слава Господу Богу. Вашему вниманию эти прекрасные молодые люди. Я много раз вам сказал, еще скажу, таких невест, как у нашей церкви, нигде нету. Значит, и вот этот жених, молодой человек, слава Богу, в нашей церкви полюбил невесту себе. Поэтому, к вашему вниманию, 21 июня сего года состоится бракосочетание. Жених Булай Илья Васильевич, он член церкви Вифезда, деревни Корени. И невеста Ярмолик Ольга Ивановна, член церкви Спасения города Барановичи. После сбора добровольных пожертвований мы помолимся за этих молодых людей, попросим, чтобы Господь благословил их путь до бракосочетания и в день бракосочетания, благословил их обильно, чтобы это был действительно у них в жизни и праздник, и день, на который Господь вручит в их судьбу, в их жизнь прекрасное благословение на всю, на все дни их. Поэтому немножечко подождем, пока будет, пройдет сбор добровольных пожертвований. В качестве объявления хочу сказать, что... Хочу сказать, что после служения будет беседа с новообращенными. Павел Владимирович просит район после служения остаться. Пройдете сюда немножко наперед, вот здесь, перед кафедрой, и здесь сядьте, пожалуйста. Нужна, он желает побеседовать с вами. Вечернее служение наше будет в 17 часов. Следующее служение на неделе будет в среду в 19 часов. Будет проходить разбор слова. Пусть Господь благословит всех вас, ваши сердца, жизнь вашу, семьи. Братья ревизионной комиссии, пожалуйста, пройдите сюда наперед. Мы совершим благодарственную молитву. Давайте поднимемся на наши ноги. Дорогой наш любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что мы сердцем своим переживаем Тебя, Господь, радость, которая от Тебя, мир, который от Тебя, слава Тебе, дорогой Спаситель. Ты близок к каждому открытому сердцу, слава Тебе. Благодарим Тебя и за эти пожертвования, которые собраны во имя Твое и на дело Твое, Господь. Пусть рука Твоя святая, Господь, будет на каждой душе, Спаситель. Да будет открытым Твоя милость для народа Твоего. Благодарим Тебя за те средства, которые пожертвованы, за сердца открытые. Благослови всяким добром, всяким успехом, Господи, особенно духовно, чтобы народ Твой радость переживал, здоровье переживал, успех переживал, веру переживал, исполнение Духом Святым переживал, поднимал очи свои с надеждою всегда в небеса. Благослови всяким добром, Господи, народ Твой, во имя Твое, Господи, просим у Тебя, благослови одиноких, сирот, вдов, инвалидов. Помоги, Господи, эти средства правильно распределить, чтобы прославилось имя Твое. Господи, им приносим в нашей молитве этих прекрасных молодых людей, Илью и Ольгу. Ты, Господи Боже, соединяешь их судьбы и сердца их. Ты дал им любовь, этим молодым людям. Слава Тебе, дорогой Господь, за их детство, за юность их, Господь. Слава Тебе, мой Спаситель, и просим у Тебя, благослови их, Господи Боже, путь к бракосочетанию. Благослови их и всех родных их, Господи Боже. Пусть тот день, который назначен, Господи, будет днем радости,
днем благодати Твоей, помощи Твоей, устройства всякого и добра, духовного и материального благополучия, Господь, для них. Мы молим, чтобы все были здоровы, родные, и родственники, и родители, чтобы никто не заболел, чтобы никто не умер, чтобы ничто не омрачило их праздника, Господи. Благослови, мы молим Тебя всяким устройством и успехом, сохрани их в чистоте и в святости, чтобы они также подошли под Твои небесные руки и руки служителя с чистым сердцем и получили от Тебя благодать. Благодарим Тебя за это служение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. Служение наше окончено, дорогие братья и сестры.